Они решительно врываются на сцену, готовые заявить о себе и покорить публику. Студенты колледжа Самарского технического университета в фестивале «Веснушка» принимают участие впервые. И очень волнуются, ведь именно им выпала честь его открытия. За спиной у студентки второго курса Лады Ежелевой балетная школа. Выступать на публике приходилось не раз. Но сейчас девушку переполняют эмоции. Опыт есть, но как будто бы сегодня первый раз. Вместе с сокурсниками Лада представляет на суд жюри свое прочтение стихов Владимира Маяковского «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно». А звезды у фестиваля «Веснушка» и правда есть. 3 года подряд гран-при берут студенты Поволжского государственного колледжа. И хотя остальным так хочется вырвать победу из рук лидеров, главное, признаются, зарядиться позитивом и хорошим настроением. Хочется новых эмоций, хочется уже весны, потому что на улице ее еще нет. Сегодня опять пошел снег. Хочется весны, студенческого вот этого задания. Задора. Ну, в принципе, мы ждем, что в этом году фестиваль будет выше уровнем. В этом году на фестивале выступят более 50 профессиональных образовательных организаций. Жюри представит свои концертные программы 21 колледж Самары, Тольятти, Отрадного и Нефтегорска. Студенты более 30 образовательных организаций примут участие в конкурсных днях по направлениям фестиваля. С каждым годом уровень студентов растет и растет, это очень приятно видеть. Приходит новое поколение, да, я уже видел смену, когда сменилось несколько выступающих, да, уже когда пришли им на смену. И вот этот уровень, который они поддерживают, всегда интересно смотреть. По итогам концертных программ жюри выберет лучшие номера, которые войдут в программу гала-концерта фестиваля, который с 22 года является региональным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций. Виктория Шара, Николай Епифанов. События.